Доля активов крупнейших банков в банковском секторе увеличивается значительно, очень быстро. Прибыль банков сосредотачивается все более в крупнейших банках. Сбербанк, вот мы видим на средней диаграмме, получает примерно половину всей прибыли, которая достается банковским организациям. Топ-5 банков дополнительно собирает 90% прибыли. Первая двадцатка работает как-то с прибылью. Ну, остальные 400 банков, ну, как мы видим, они скорее находятся в зоне убытков. То есть это работает эффект монополизации банковского сектора.